И всем привет. Микрофон на кону и продолжаем проходить Final Fantasy 15. Я почитал тут немножко гайды. И я понял одну вещь. Да, я немножко играю неправильно. То есть вот эти вот проблемы с боями, которые я испытываю, это действительно... Я неправильно играю. Так что попробуем играть по-другому. Правда, мне еще предстоит почитать внушительного размера гайд. Time to go. По ведению боя. Но это будет чуть-чуть попозже. Everybody out. Well, here we are. Так что подыхать я буду часто, много и безудержно. Привыкайте. Oh, thank goodness you're here. My car is stuck. What a relief. Thank you. Ну, если кто знает, I call that a job well done. Кто знает, что я купил одну на заправке, потому что я знал, что такие квесты будут продолжаться, продолжаться и продолжаться. А это, по сути, легкие деньги. 1500. Да я могу купить до хрена теперь. Ready for more? Секунду, а здесь есть магазин? Да я могу здесь купить зелье. Вот, мне еще непонятны некоторые моменты по вот этим вот лекарствам. Есть вот ультраэликсир. Восстанавливает УЗ и ОЕ... А, нет, подождите. Ультразелье. Полностью восстанавливает ОЗ. Кто видел мои бои в предыдущей части, знает, что это не так. Либо я что-то не понимаю. Потому что они не восстанавливают. Они даже половину-то не восстанавливают. Или их они восстанавливают целиком вне боя. Честно, немножко непонятно эта штука. Слегка увеличивает живучесть, снимает урон. Снижает урон от огнестрельного оружия. Вот, честно говоря, мне эта штука нужна против этих бойцов. Да вы что, серьезно? Это можно вот прямо в машине купить. MP3 плеер. Чтобы включить его, нажмите L2, находясь в открытом мире. Зашибись, ребята, вот что я действительно хотел. Так, ну я думаю, что мы подъедем куда-нибудь. Майор, маркер я не могу поставить, да? Блин, здесь сокровище рядом. Я вообще думаю, что... You bet! Let's hit it! Стоп! Everybody out! Ладно, хрест, припарковались. Вот, я еще посмотрел несколько гайдов. Там была еще...
Точнее, даже не гайдов, а я немножко посмотрел прохождение финалки у Seventies. Кто не знает, обязательно убейте. Это, на мой взгляд, замечательная восплэшщица. Там девчонка, причем проходит игрушки очень весело, мне никогда не скучно. Вот, я ее посмотрел. И да, действительно, она мне напомнила одну вещь. Очень важную, которая работает во всех частях Final Fantasy. Прокачка. Никогда, никогда нельзя пренебрегать прокачкой. Если я вижу противника, противник должен умереть. В противном случае я вот буду сталкиваться с такими проблемами. Так, а по-моему уже... Knocked! Overhead! Вот как бороться с этими, я вот честно пока не понял. Next thing I need now. Eyes peeled, mouth closed. Я не стрелял. Рашка, это очень... Say your prayers. Well, here we are. You ready? Can't stop not. What can I say? Let it be done. We all good? Better than good. Good to go. И там надо с собой таскать достаточное количество зелий. Зелья должны быть всегда и чуть ли не в избытке. Такова у нас 15-я часть. Итак, готовить. Здесь действительно тоже этим пренебрегать никак нельзя. Imperials above us! Thanks! Never knew I hit him! Seems Prompto's been intoxicated. Just great. For comfort. I'm comfortable just being alive.
тут тоже тогда непонятно. Как-то оно странно действует. То есть пока она серая, я могу применить зелье. Если оно станет не серым, а его количество уменьшается от того, насколько быстро я восстановлюсь после того, как я нахожусь, грубо говоря, в нокауте. Magitek engine. It's close. Here. I'm starving to death. And yet we're all very much alive. Восстановить, конечно. Потому что мне этих зелий очень мало. И не стоит очень дорого. Вот вопрос, как их восстанавливать в боевых условиях. Неизвестно. Может быть, у меня есть какой-то механизм. Механизм, пускающий мощный торговый волны, который распространяет ядовитый туман. Нет, мне так нельзя. Сюда мне все-таки нужен вот этот реликт. Хотя, в принципе, у меня есть второй же слот. Тоже не нужен. Этот сюда можно поставить кинжалы тогда. Так, стоп, а у нас же еще к чему у нас были. Так, у нас чуть максимальное здоровье, увеличивать силу. Так, что там было по поводу жизни, что-то такого? Усиливать цепные удары. Нанести первый удар. Нет. Мощная атака. Нет.
увеличит ВЗ каждого участника. Не-не-не, там что-то было прямо носилками. Четвером стихий. При сканировании оружия. А, это просто ускорит сканирование, и все. В режиме ожидания такой телепорт в воде, который целится. Да, блин, этим прыжком вообще немножко поздно пользоваться. Ведь создание заклинания увеличит мощность на 10. Увеличит количество энергии. Так, нет, это мне сейчас совсем не нужно. Союзника, его защита увеличивается. Так, восстановили небольшое количество ВЗ при низком уровне здоровья. Вот это вот... вот это что? Как это работает, я еще не понял, если честно. Сколько здоровья становится чуть-чуть УЗ. Спасение. Так, у нас учет выносливость. Дальность рывка. Блин, а я же как-то ему вот эти... По нулям? Почему у меня по нулям? А, не по нулям. Кто не возвращает, но сейчас лекарство ставит половину ЗС. Так, гром, зачем случайно огонь из грома сейчас подряд? Обрушенный град грома одновременно лечит заклинателя. Двух раз подряд. Гром, зачем случайно? Двух подряд. Балета. Типа будет моя хилка дополнительная. Knocked! Overhead! А, это не поможет. Что опять солдаты? И собаки бегут, да? Опять стандартный пакет. Well, no, we'll hit them. Should we get back? Yeah! Hey, where'd you learn that one, huh? Bronco's barely hanging on. Certainly didn't expect this much trouble. Doesn't matter.
That was a close call. А им их башки никак восстановить уже не могу. Не, ну честно говоря, вот эти солдаты слишком много вываливаются. Мне каждый бой, блин, у меня выходит почти в ноль. Черт, это ты учитывая, что я еще даже до задания не добрался. Вообще же стряч. Да, и вот этого я как раз говорил, ну, по поводу того, что драться надо со всеми. Иначе не будет тупо прокачки. Let's move. Yeah. Above us! Thanks. Seems we found what we were looking for. The hunt is on. Well, here we are. Wouldn't expect any less from you. Good. I'll back you up, Noct. I'm counting on it. Accident! Must be some kind of toxin. Watch this! Lower Mr. Nice Guy! Happy it's over. Это было остренько. Стоп, а лягушки вот где-то не здесь же, а? Так, болотный тварь 600 метров туда. Ну, блин, конечно, сейчас это проблематично будет сделать. Knocked! Overhead!
picked up. Storm's gonna ruin my hair. I'm not sure whether it's a storm front or just the terrain. Yeah, just worry about your stuff, Pokemon. Hey, Knock! Warp strike to catch him off guard! Get back! Gladio, do it! Противника. Он типа, если я кину монету в противника, и он после этого сдохнет, то я получу бонус к хпшкам и деньгам. Строльская топь. Magitek engine. It's close. Stay alert! Diggy, what's the best way to hurt these things? Not sudden. No, you have to do this. Gizmo! Ignis, on your mark, Doctor. Outstanding, Doc. Yep. Gotcha! Yeah!
work, Gladio. Yep. Черт, ты что, бросай? Бесконечно, чёрт, драка. Блин, нужно ступать ещё. Да, нам надо как-то отсюда валить. Блин, а здесь еще был квест, зараза. Обычное задание, черт. Но у нас сейчас нет выбора. Нам, к сожалению, придется это делать. Time to go. All right. За 400 метров, если ничего не произойдет. В таком состоянии я не хотел бы драться. Еще, блин, с ночными демонами. Блин, вот люди же ездят как-то ночью. Хо, у нас, блин, такая проблема. Так, мы паркуемся. Да, кстати, магазин. Зелье. Так, у нас вот вот он эликсир. Он стоит 400. Ладно, пока терпит. Who's up for a hike? Nice work out there. Ну, да, 300. Нормально, нормально так. Чего такие грязные? What's on your minds? So, you think you're pretty tough, huh? We'll see you around. Тогда нет смысла. My tongue's like sandpaper. Да, пока недоступен. Ладно, тогда сейчас предлагаю поспать. Ugh, my sticky and gross. Woohoo! Bath time!
бля, нормально вот это подособрали. Новый фильтр и свет. Блин, я понимаю, если бы я еще мог бы сам как-то фотографировать, что ли? Perfect timing. Нет, получается, если честно. Look at you. Yeah, I know. Why you gotta be so photogenic? Так чё, пожрать, ты ничего в этом не будешь, что ли? Так, в этом кемпинге жрать нельзя. Окей. А, блин, же остановка есть. Нет. Пока что не будем. Так, по идее, надо, конечно, вернуться назад. И вот эту побочку взять. Также взять еще бы вот эту. Так, ладно. Time to go. Сейчас мы доедем до той точки. И возьмем те две побочки, сделаем побочки. So Nox, I've been taking pics of whatever catches my eye, but what do you want to see? Me, I guess? No prob. Leave it to me. What? No, I was kidding. Кстати, кто на бирже интересуется, надо обязательно посмотреть. Я сам еще не смотрел, но теперь буду смотреть. Это анимешка, которая выходила под названием King's Life на Final Fantasy 15. Там рассказывается небольшая история, собственно, почему в этой компании, собственно, нет девушки. Оказывается, все здесь достаточно интересно. Парни мы засунули здесь по причине вот такого вот, как бы сказать, мужской братской дружбы. Здесь вам девушка, я, в принципе, солидарен, что да, ничего такого уже не получилось бы. И если кто думает, что Игнис ведет себя немножко неправильно, некоторые моменты вызывают странное ощущение, и если это вот этот. А, то на первом слайде King's Life довольно-таки станет понятно. Excuse me. Просто we'd like to ride the chocobos. Они с Ноптисом очень-очень-очень как бы близки. I hate to break this to y'all, but we can't permit our birds to leave the post. Not while Deadeye's still about. He's an uncommonly ferocious behemoth that's taken to prowling these parts of late. His scent makes our birds nervous. And to prevent accidents and tragedies, we have no choice but to suspend rentals. But hold on now. Ain't you lads the hunters that have been making a mark? You reckon you could handle the likes of Deadeye? If you could bring the beast down, there'd be a reward in it for you. But knowing the danger, I wouldn't blame you for saying no. Могу сказать сразу то, что бегемот это будет первый наш реально крупный босс. Реально мощный, блядь.
So what'll it be today? Y'all still keeping on, keeping on? Да, ты мне расскажешь, где у вас тут что спрятано. How about some geese all chips for the road? Так, увеличится только на 80, увеличит максимум за на 400. На 90, на 90, еще за счет от молнии. Увеличивает максимум за... Бегемот у нас, по-моему, кстати, как раз... Это молния. I'll go fix it for you. Bon appetit. Leeson's been giving us a real hassle. О, здесь еще кровавый клык. Это я навряд ли потяну. Крам-бам-бам, это когда это ночные. Не сегодня. Y'all come back soon. Сейчас сначала замочим бегемота. Чокопа я не могу взять. Have a look, Doc. Howdy. Интересно. Так, зеленую все это купили. Шатва нет, набор наклеек поп-арт нет. 1500 чокова. Блин, мулу. Как туар, блин. Final Fantasy 10. There you are. Да, разнообразие чего ж нет. Деревянный как туар, сборник рецептов, супер пор, выпуск 2. Наверное, книга. Защищен острым местным блином, содержит рецепт. Спинки. Это нам надо. Фигурка, напоминающая знаменитое животное растение. Теперь главное изгибание, я не знаю, зачем, пускай купит. Я думаю, что это все для квеста. Thank you kindly. That's it. What's what? I've come up with a new recipe. Ты не придумал, я can't wait to try. В общем, загрубленный квест сумму, скотина. Оружие. You know, the taste of Gizzlegreens is... You want weapons? We got lots of them. Mm-hmm, танцующие сабли, да? А мне мстители. Нет, вообще-то мне там не мстители. Так, меч прыгнул раз 141. Not enough hours in the day. Блин, надо брать. Pleasure doing business. Another копье. Ну, у него, в принципе, нормальное оружие. Boy, I'd love to own me a chocobo. I'd love to be able to afford one of them. Ну ладно, согласен, можно взять. Не очень понятно, ладно. Почему все увеличивать чуть-чуть? Hey, come again. Так, мужик, я к тебе сейчас вернусь. Я сейчас все продам и вернусь к тебе. Так, снаряжение нет. Сразу начнем с Гладиуса. Блин, вот же их умение, ты ё-моё. Так, меч воина. Нет, по самому это мой, да? Кстати, чё же ему по самому это не отдал? Бестолочный я. Давай его врепим, да, на самом деле. Мстители. Куртики, копье я, по-моему, тебе не брал. Нет, оно тебе, в принципе, и не нужно. Так. Метки для Нотис, для последней атаки телепортом используют кинжалы. Сходит один сегмент. Ну да-да, это я знаю. Все союзники сходятся вместе, встают в на позицию, защищая друг друга. Снимает состояние опасности, вселения. Другие
уязвимые яйца расходят дадите меньше кого приема. Предлагаю попробовать теперь вот это усиление. Прижал князя 2. Черт, слишком мало. Так, отвлекает внимание противника выстрелом, ослабляет демонов, расходует. Так, бросает они выстрелом, ослепляет защиту врагов, стоящего, как за друг расходует. Выстрел справляет демонов, демонов это не очень-то хорошо. Так, а тебе я ничего не взял, да? Этот механизм использует мощные ударные волны, наносит постоянный урон учащимся лезвиями. Ну, пускай будет так. Да, будет так. Так, чувак. Теперь давайте продолжим. Эй, what are you after this time? Done for the day. Pleasure doing business. Спустя снаряжение нельзя продать, снимите снаряжение. Ah, not enough hours in the day. Меч Пеннера по-любому можно продать. Нет, нельзя ее. Котики. Right, let's get to work. Taste of Gizzle Greens is for everyone. Ну кого-то киберу. Ладно, так, нет, зачем ничего продавать нельзя. Живые детали. Ну ладно, давайте это немножко оставим. Так, это все тоже можно. А мы еще купим еще один щит. Pleasure doing business. I'll see you later. Так, снаряжение, Ноктис. Мне, честно говоря, очень интересно, как это должно работать. Немного непонятно. Так, в принципе, у меня полный ХП. Так, что это? Подожди, это наверняка охота какая-то, да? Можете уберечь, значит, меня залетите в вороне гнездо и приступайте к охоте. А, это просто реклама баунти-хантеров. Чего это за здание такое? Что-то какое-то нарисовано. Я так понимаю, это просто обозначено место, что тут, типа, город. Окей. Ладно, на этом, я думаю, мы серию будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока.